Хейо, гейс, мы шумики, мы продолжаем родить игру по названию Vigil. Так, что у нас по инвентарю? Давайте хилочки купим. А хотя, давайте я даже продам. Мне мечети не всрались, по сути. Телепорт, подожди, склад. У меня до хера просто этих хилок. Я просто отсюда возьму. Так, пускай 18 будет. Меч дозорных. Ага, это такой же меч. Значит, я его продам. Короче, давайте сделаем таким образом. Пойдем в кузницу. Да, ага, тут шипы появились. Ладно, погнали наверх. Я посмотрю, что у нас наверху творится. Но я ведь не давал ему панацею. Типа я думаю... Типа панацея бы их не спасла? Ну, то есть, наоборот. Я им не дал специально панацею, чтобы... Они не превратились... В эту херню. Вы понимаете, о чем я? То есть это рыцарь. NPC. Окей. Защита. Что значит ускорять перезарядку? А, выносливость плюс 50. Нихера она забирать будет. Я думаю, оно того не стоит, чтобы это покупать. Урон в спину? Не, пускай урон в спину у нас будет. Наносить боссам урон в спину — это вот нормальная тема, когда мы с тем даже сражались с предыдущим боссом. Увидел светящуюся удочку на голове. А, у нас ничего нету, чтобы поставить. Кинжалы для бала. У нас даже этих кинжалов нету, я их не видел ни разу. Да, прекрасно. Фу, блять, ворона напугали, идиоты. Давайте отсюда начнем с этой таверны. С этой части таверны, потом зайдем в дом доктора. Что у нас на кухне происходит? Тут было два повара. Так, парнишки, этого нету здесь. Небеса молчат, а люди очерствели. В мире не осталось бескрайней доброты. Мои руки все в... Карлос! Мне это снится. О, богиня, я так рада, что с тобой все в порядке, Лейла. Что здесь случилось? Никто не знает. Карлос улыбался, когда произнес тост, а потом...
внезапно он упал на пол, и белое вино в его как бокале стало красным. Все так перепугались, Ким бросился к нему, а тот как будто вплавился в землю. Как ужасно. Где доктор? А, нет, спасибо, я не дам плацебо, потому что, скорее всего, доктор в этом, блядь, во всему виноват. Стоп, тут есть проход? Да ладно. Прикиньте. А, герои гибнут на войне, но живут в творческих воспоминаниях их поэтов. Сопротивление кровотечению. Ясно. Погнали в дом доктора. Вот, видите, снова этот эффект отравления типа. Тогда пойдем к тебе в больницу. Больница открыта, это плохо. Окей. Много людей погибло, некоторые превратились в монстров. Мы не можем найти доктора. Оставшиеся в живых собрались у мельницы. Я тоже пойду. Значит, мы идем к мельнице. У нас вариантов не так уж много. Дом художника не пойду. Ладно, давайте по низу пойдем. Как раз по пути в церковь зайду. Доспехи стража, металлический нагрудник, украшенный изысканными узорами со спины. Бульбазаврики. Походу, доктор. Вспомните, доктор просил нам передать всем плацету, так? Ну, им он уже ее сам дал. Понимаете, почему они превратились? Все-таки эта херня это и есть, из-за чего они превратились. Хорошо, что я не дал всем знакомым NPC, а только кому-то одному. Походу, как раз этому и рыцарю, да? Или нет? Или да? Кажется, да. Нужно прекратить этот ужас. Хотела бы верить, что мы на верном пути, но сейчас стало ясно, как сильно мы ошибались. Я совсем ничего не могу помочь. Все это неправильно. Как будто мы не болеем, а прокляты. Доктор исчез, а вместе с ним Дейзи. Очень подозрительно. Я знала, что он злодей. Сделай то, чему тебя учили, дозорная. Найди доктора. Надежды нет. Беда за бедой. Несчастья нет конца и края. Словно наступила бессветная вечная ночь. Хвала богине. Ты выглядишь куда лучше, Изабелла. Лейла, привет. Я никогда тебя так хорошо не чувствовал. Могу гулять по полям и лугам и собирать цветы. Ни в коем случае. Это очень опасно. Я принесу тебе что-нибудь интересное, а ты пообещай, что никуда не пойдешь, хорошо? Чего там? Найдите доктора. Ага. Сохранить, подтвердить.
Снаружи стало так тихо. После землетрясения чума в мае стала распространяться быстрее. Так, больные повсюду, и они ужасно себя чувствуют. Хуже всего, что доктор и Дейзи пропали. Я была не согласна с теорией доктора о распространении чумы, но только сейчас настоящая чума и началась. Это чудовищно. Я никогда не видела. Делаешь шаг и наступаешь в кровавую лужу, делаешь другой и видишь глаз на земле. Рядом с городом, залом, Май появился неизвестный монстр. Не нужно сражаться с ними и бороться с эпидемией. Где же доктор, когда он так нужен? Я знала, что ему нельзя доверять. Что происходит? Люди бегут сюда, чтобы спрятаться от чумы. Но разве здесь безопасно? Бедного больного старика только что стошнило кровью прямо у меня на глазах. Доктор, где вы? Почему исчезли именно в этот момент, когда нужно больше всего? Я думала, вы с доктором отлично ладили. По совету Дарнелла? Да, и кому же верить, если не доктору? А что скажешь об этой катастрофе? Ты же пока в порядке. Я в ужасе. Доктор за всеми здесь следит. Я боюсь его. Моя семья, мы скоро встретимся. Почему около тебя столько крови? Что будем делать дальше? То, что мы все еще живы, настоящее чудо. Нет худа без добра. Пусть богиня благословит Майя. Саммер. Винтер. Мы решили, что будет работать вместе, но он... Почему Винтер, не я? Все мои цыплята мертвы. Они посходили с ума, начало клевать друг друга. Все кровью залито. Доктор сказал, лекарство им не повредит, поэтому я добавил ее в корм. А, видите, все. Об этом же я и говорил. Это все за доктором. Так бы хер кто вообще вышел. Минуту, тогда куда мне идти? Так, давайте в мельницу зайдем, потому что там более тише. Сейчас открою этот листочек, посмотрю. Так, Аврора упомянула, что монстры появились у городского зала Майя. Городского зала. Окей. Если городской зал, тогда городской зал полетели. Бац, бац, бац. Городской зал — это лечебница, да? Где делали бутылку с лекарством. Нихера, сразу три камня мерцания дали. Топор шипов. Сила атаки этого оружия растет по мере... Ну что, нам только спускаться. Сковорода под мастерием. Запачканная кровью сковорода, однако видно, что до инцидента владелец. Сначала влево пойдем. Железные стрелы.
Мне бы хотя бы немного сообразить, куда мне идти. Так, это центральный, да, холл? Меня раздражает, когда такое количество развилок. Ух ты ж, ё-моё. Нифигово они дерутся. Если честно. Просто понимаете, уже только один такой, уже один такой может создать проблемы. Поэтому нужно быть осторожным. Если я хочу выжить, мне нужно быть осторожным. Так, окей. Треугольный камень. Кровавый осколок. Субъект вышел из-под контроля. Возможно, мне придется забросить свою лабораторию. Похоже, тот сомнительный фрагмент свитка означает сестры, а не пара. Впрочем, теперь это не важно, и я не смогу ее смирить. Я чувствую вину, но во имя будущего человечества иногда жертвы избежать. Пока и самая успешная попытка, возможно, режущие лучше реагируют на алый состав. И правда ли, что светлое дерево связано с древним религиозной практикой, имеющей... А, стой, это ж старые записи, когда мы первый раз, да, попали в катакомбы. Так, а давайте я сейчас немножечко вернусь обратно. Мне интересно, что тогда там было. Блин, ну из этих можно очень много этих камней фармить. Так как отношения между мной и теми глупцами в зале испортились, то попадать в это место стало затруднительно. К счастью, Нордел все еще готов помочь в моих экспериментах. И это семейное сокровище имеет большую ценность для моих
исследований. Изысканий. Доктор. Это, походу, тот карлик, да? Да-да-да-да. Полетели отсюда. Так, инвентарь. Так, подожди, сохранить, сохранить, да. О, с этих хилка падает. Вообще неплохо. Блин, просто у меня хилка и эта херня на одну. Ух ты ж, ё-моё. Это тоже нехорошо. А вот это уже нехорошо идет. Или сразиться с ним. Ух ты ж, ё-моё. Ладно. Окей. Тысяча семьсот, нихера за него дали. Пророчество божественным пришествием. Заручусь поддержкой великого божества, мы сможем развеять тьму. Наследие сокрыто внутри святого древа и ждет своего часа. Пейс крови кости пробудит святое древо и явится великое божество сияние своим. Окей. Добро. Слишком много пятен крови, чтобы что-то понять. О! Малые кристальщики. Готово. Дверь заперта. Много таких дверей, я помню, в какой-то локации было.
Еба! Тьма разрушила мир и свет происходит от богини. Обещает новое начало. Богиня позволяет миру увидеть новую зарю. Нам следует лишь не тратить веру и молиться, ведь наши молитвы дают ей силу. Нихера мне сразу это уничтожили. Защитная оболочка, это очень плохо. Если я сдохну, это будет очень опасно. Так, давай ты, наверное, сюда уедешь. Чтобы лишний раз не рисковать. Да ёлки-палки. Так, а здесь, да? Понял. Зелье исцеления, это хорошо. Главное быть наготове. Кажется, она вообще не представляет, как это значение. Так, как закончить ритуал. Она просто продолжает все поглощать и учиться. Совсем как новорожденная. Думаю, я работаю над самой важной задачей в истории человечества — возвращением богини. Сосуд, сосуд. Упс. Ну, поехали. Главное, чтобы очень опасного там вещей никаких не было. Дайте какой-то хотя бы сейф, я не знаю. О. Ладненько, сейчас немного сюда сходим, посмотрим, что здесь. Ага. Нифига там что-то ломается. Так, иди сюда, ломай вот эту дверь.
шипы, ядовитые иглы. Я не знаю, куда я иду, но я куда-то иду. Так, катись сюда. Блять, серьезно? Слишком много пятен крови, чтобы прочесть. Окей, куда это меня приведет? Только, конечно, мне еще желательно на ту бы сторону прийти. Ладненько, давайте, короче, понял примерно, куда мне идти. Поэтому на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.